Коротенькое видео, как включить этот хренов котел в начале отопительного сезона. Проверяем, вентиль открыт? Открыт. Здесь выставляем, вот красная метка, приблизительно где-то вот так. Вот. Нажимаем кнопочку подачи газа. Нажимаем пьезо. Опа, загорелось. Кнопочку подачи газа не отпускаем секунд 20. Если раньше отпустить, потухнет. Обычно сталкиваются с проблемой все в начале отопительного сезона, не могут включить, потому что раньше времени отпускается кнопка. И все. Так. Отпускаем кнопку. Фитилек должен гореть. Оп, горит. Кнопка отпущена. И теперь включаем в то положение, в которое вам надо. Ну, я ставлю на двоечку. Вернее, троечку. Все. Котел работает. Не забываем включать насосы.